Кошелек или жизнь автомобилистов? Что важнее для сотрудников ГИБДД, задумываются многие ивановцы. Конечно, нарушителей нужно наказывать. Но есть такие случаи, когда охота за нерадивыми водителями превращается в зарабатывание денег для городской казны. Первой ласточкой был паркон. Сейчас его покупка уже с лихвой окупилась. Однако то, о чем говорили автолюбители, а именно парковки в центре города, пусть даже платные, так и не появились. Потом страшным сном нарушителей ПДД стали передвижные системы видеофиксации. Борьба с ними, как и с ветряными мельницами, закончилась ничем. Их по-прежнему не обозначают специальной табличкой, лишь публикуя в СМИ место расположения ловушек. А не так давно на просторах интернета появился ролик. Это картинка с камер видеофиксации, установленных на перекрестке улиц Марии Рябининой 10 августа. В ролике показан принцип действия новой системы, фиксирующей заезд за стоп-линию, проезд на красный сигнал светофора, а также выезд на встречную полосу. С первыми двумя видами нарушения все понятно. Вор должен сидеть в тюрьме, а злостный нарушитель ПДД пусть оплачивает письма счастья. А вот с выездом на встречку случай особый. За все 30 минут видео однозначно и крайне вероломно нарушил только один водитель. Остальные, хоть и ехали вторым рядом, жались к правому, стараясь за сплошную не заезжать. Но хладнокровным прибором все равно были записаны в нарушители. Все дело в том, что бич этого участка – постоянные пробки. Порой стоит еще и примыкающая к Марии Рябининой Советская. Чтобы побыстрее проскочить затор, автомобили вынуждены ехать двумя рядами, не всегда умещаясь в своей полосе. Увидев новый ролик в интернете, кто-то из жаждущих справедливости ивановцев даже повесил на столбах предупреждение для водителей. Однако пока это преждевременно. Ролик скорее коммерческое предложение для городской мэрии. Намек, что установив подобный комплекс, можно получать ежедневную выгоду в размере до 2 миллионов рублей. Мы связались с областным ГИБДД и получили официальные сведения о том, что подобного комплекса на балансе ведомства пока нет. А значит, ни о каких штрафах речи не идет. Возможно, подобные системы появятся в городе в следующем году, но не раньше. А до тех пор автолюбителям либо придется выстраиваться перед светофором в шашечном порядке, либо, что вероятнее, нарушать, заезжая за линию разметки. Расширять полосу до двух рядов пока не планируется. Видимо, финансово нерентабельно. Наталья Бутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.